Ну что, ребята, добро пожаловать в новую серию. Кто там стукнулся? Ты тут кусанула, Анжела! Дай хотя бы я начну нормально серию! Поздороваться даже мне не даст! Я хотел сказать то, что добро пожаловать в новую серию Рафта. Выживание на плоту. Ты пока, сволочь, отсюда уходи. Уходи, не надо мне тут ничего кусать, ничего мне тут не надо. А вы, ребятки, смотрите, что я сделал, пока серии не выходили. Ну, потому что нельзя простаивать. Каждый день нужно выживать в Рафте. А серии же не выходят каждый день по Рафту. А знаете почему? Потому что мы лайки набираем. Вот если ты прямо сейчас поставишь лайк на эту серию, мы наберем 25 тысяч лайков, то я обещаю то, что новая серия Рафта выйдет хоть завтра. Каждый день она будет выходить, и все зависит только от тебя, если ты поставишь огромнейший лайк прямо сейчас. Не будь ленивой задницей Анжелой, потому что как раз-таки Анжела вот такая! Ты где, сволочь? Похаваем картофанку, и как вы, ребятки, уже видите, я вокруг, почти вокруг, с этой стороны я еще не достроил, потому что мне тут еще немножко не хватает всяких, как вы видите, материалов. Я тут построил сети ловушки. Что это такое? Мне кажется, наверное, все уже знают, когда мы куда-то плывем, я могу не собирать вот эти ресурсы, которые находятся на моем пути, а просто мой плот будет плыть на них, и вот эти сети ловушки будут ловить все вот эти ресурсы. И это очень даже замечательно, то, что я могу немножко потунеядствовать, ничего не делать, а плот за меня все сам сделает. Ресурсов на самом деле у меня очень мало осталось, как видите, у меня ни веревок нет, одна веревка, у меня ни пальмовых листьев нет, и у меня немножко дерева осталось. Зато, перед серией я сделал тут три хранилища, и одно огромное. Тут у нас еда, тут у нас всякие бобы, водоросли и прочее. Да кто там что-то мне кусает, не могу понять! А тут огромный сундук, уже деревянный, не пластмассовый, а нормальный огромный сундук. И тут, как видите, у меня дофига всякой рыбы есть, у меня тут дофига всяких ресурсов, пластик, хлам, камень и прочее. Сейчас я буду копить песок и глину на то, чтобы сделать себе 6 сухих кирпичей. Из этих кирпичей сделать плавильню. Но! Зачем я сюда пришел? И зачем я сделал вот эту лестницу? Не за тем, чтобы упасть с нее, а чтобы допрыгнуть на вот этот остров. Замечательно, ребят! И тут у нас и пальмовые листья, и доска, и манго нам выпадает, и манговое семечко. И тут у нас ананас валяется, еще один ананас валяется. Короче, мы сегодня с вами будем шиковать, просто пировать, шиковать. Сегодня у нас с вами будет просто прекраснейший ужин. Я сейчас все тут просто награблю, даже кокос мне выпадает, замечательно. Я еще тут, вот, арбуз, один арбуз, второй арбуз. И давайте мы полностью срубим вот эти все деревья. Я надеюсь, что утро уже наступит как можно скорее, и мы свалим с этого острова. Только у меня вот топор тоже сломался, вот в чем проблемка. Я могу себе новый скрафтить? Могу, слава богу, то, что у меня как раз-таки вот прям точь-в-точь хватило пальмовых листьев, и я смогу себе еще один топорчик скрафтить. Замечательно. Как видите, пиписьки вне серии. Я не пинаю. Я также выживаю. Тут никакого креатива гейммода нет, поэтому я все делаю своими руками. Сувалот, Анжела! Да что ты такая упрямая? А, да, зашибись. Еще и копье сломал. Не акула, а кусок... Гав! Я хотел сказать. Сейчас будет самый опасный трюк, который я когда-либо делал. Сейчас нам нужно погрузиться на глубину. Да-да, ты не ослышался. У меня есть 5 песка и 5 глины. Мне нужно вроде по 12 песка и 12 глины, чтобы я смог себе скрафтить плавильню. А с помощью этой плавильни я уже смогу себе пережаривать все, что только угодно. Если меня мама слышит, мам, мамуль, мамумчик, мамас, отправь мне, пожалуйста, бочки. Еще немножко бочек, чтобы там глина и песок был. Спасибо, мама, я тебя люблю. Я надеюсь, что меня мама услышала. Что это тут стучит всю эту серию? Не могу понять. Короче, ребят, я сохранюсь на всякий пожарный. Акула, иди сюда. Короче, давай, быстро, давай, ребята. Тактика добычи песка, добычи глина, добычи камня и что там еще есть? Хлама очень-очень-очень сложно. То есть мне нужно добывать по одной, по две штуки. И как только Анжелка захочет мне сразу же откусить полупопья какое-то одно, мне нужно ее выслеживать! Она меня и так укусила, зараза! Мне нужно ее выслеживать и каждый раз пинать ей в жопу. Давай, я тебя вижу. Пинать ей своим копьем. Давай, Анжелка. Опа! Давай, миленький, давай. Еще один сломался, нет! Твою мать! Анжела, пожалуйста, не кусай. О! Успел. Ты где была? Я ее даже тут не было.
Слава богу. У меня есть 8 песка, то есть мне еще нужно 4 песка и 6 глины. А это очень много на самом деле. Вы спрашиваете еще раз, зачем? Да пошла ты отсюда, гнида! Зачем? А затем, чтобы как раз-таки себе плавильню сделать. Акула! Анжела! Ты мне больше не друг. Я заколебался уже с тобой воевать. Что ж это такое? Когда ты успокоишься, жопа? Пожалуйста, пожалуйста. Я успею? Я успею? Где она? Где она? Давай, давай, давай. Ты думаешь, я тебя не вижу? Опа. Это, конечно, все прекрасно. Но я больше на самом деле не вижу ни песка, ни глины. Ни... А, вот акулу вижу. Акулу вижу. Анжел, Анжел, Анжел. Подумай о наших детях, которых у нас нет. Анжелка, девушка моей мечты. Давай, жопа сутулая. Опа, ты что думал, я не... Я еще тот гладиатор на самом деле, я отбиваться запросто буду. Не-не-не, не кусай, не кусай. Твою мать! Ладно, мне кажется, что можно отсюда шуровать, потому что я больше не вижу ни глины, ни песка. Фу! Справились, справились, даже бухнуть можно пресной водички. Опа, бухнул, опа, заправил дальше, опа, пускай это все дальше жарится, пережаривается, а я пока захаваю кокосик. Прекрасно, ёпты. Еще нужно 2 песка и 4 глины. Как только я смогу это добыть, я буду просто дастиш-фантастиш, какой умелый выживальщик. Но я так смотрю в воду, и я ничего не вижу, а хотя... Твою мать, как ты меня заколебала! Хлам, есть хлам? Анжел, Анжел, подумай, 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 как мы с тобой дальше будем, как мы с тобой дальше будем жить вместе. А-а-а! Твою мать! О-о-о, она меня чуть не убила, если бы она меня убила, то она бы меня убила, я бы умер. Все логично вроде. Ядрёна мать, Анжела, ты что такое делаешь? Я чуть сейчас в штаны себе не нагадил. Ладно, Анжелка, нужно валить отсюда к чертовой бабушке. Давай, погнали нафиг, на всех парах, Анжел, давай! А в какую сторону ветер дует? Ветер дует в эту. А, кстати, я забыл, ребятки, вам сказать то, что я еще сделал себе вот этот флажок. Сколько он там стоит, я не знаю. Ау! Чё у меня мышка не работает? На стримах, наверное, нужно будет на новую собирать, приходить на стрим. Потому что это не работает. А, корочка! Ща мы захаваем курочку и дрена мать! Лучше, чем KFC. Принимаю заказы. Ресторан Эдуардо Перетьяно. Пишите, звоните. Да. Кто? Твою мать, как ты меня заколебала! Уйди, сутулая! Счинить после тебя это все нужно по 150 раз. Дрёна-матрёна. Опа. Это, кстати, бочки от моей мамы. Мам, спасибо большое, я тебя люблю. Я надеюсь, что там глина и то, что там песочек, да? Да, давай, давай. Что тут? Или или бухлишко какое-то. Нет, только хлам. Прекрасно. Но там еще одна бочка. Не теряю надежды. Тут-то-ро! Что у нас на горизонте, капитан Барбосса? На горизонте я ни хрена не вижу. Ни остров, ни плот какой-то. Даже Анжелку не вижу. Анжел, ты где? Не пугай меня, надеюсь, ты не потерялась там. Рыба... Селень, короче. Кто любит селедку, напишите плюсик. Плюсик в комментариях. Как видите, эта селедка очень большая. Прям очень, вот так его держит. Я лучше возьму нормальную мужскую еду, а карачок... И просто сожру с одним укусом. Чуть не просрал бочку. Почему Анжелка не хочет со мной сотрудничать? На самом деле, я был бы рад, если бы она была моим каким-то менеджером. Ну, то есть, Анжел, смотри. Если ты видишь то, что где-то проплывает нужный мне ресурс, вот, допустим, сейчас мне нужны пальмовые листья. Давай ты не будешь, вот, если я упаду, ты не будешь меня... Ай! Ай! Ты чё меня топчешь? Твою мать. Твою мать! Зачем я это вам демонстрировал? Я чуть жизни не лишился и почки. Анжелка чуть меня не откусила это все. Почему ты не можешь, вот бочка проплывает мимо моего плода. Ты просто подплыла к ней, взяла, укусила ее и притащила ко мне. А я пожарю тебе, вот где она, селедочку пожарю, вот селедочку дам, опа, и выкину тебе, Анжелка. Почему ты не хочешь сотрудничать? Собака сутулая с плавниками, а? А как будет работать плавильня? Смотрите, берем, где, вот, берем песок и берем глину. Крафтим кирпич. Где кирпич у нас?
Мокрый кирпич. Крафтим 1, 2, 3, 4. И ставим его, допустим. Опа. Опа, он лайк показывает. Показал лайк, смотри. Показал лайк и показал лайк. 4 кирпича. И нам таких нужно 6 штук. Плот! Капитан Барбоса! В атаку! Вражеское судно! Потопить! Поднять паруса! Развернуть паруса! Навстречу! Смерти, сраной акуле, которая меня заколебала! Чё я... Чё ты делаешь, дебил? Чё я тащу? Матушку твою! Матушку твою! Ядрёна мать, вы чё издеваетесь, а? То сраная Анжела, то сраная чайка. Что ж за нашествие проклятых каких-то существ, а? Вперед навстречу приключениям! Дайте мне, пожалуйста, что-то нормальное с этого сундука, пожалуйста, пожалуйста. Ядрёна мать. Так, болт! Опа, болт очень даже полезная штука. Давай, 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 ты там топись. Да почему ты меня разворачиваешь каждый раз? Я не... А вы прикиньте, как обидно, когда они меня разворачивают той стороной, где у меня нет вот этих ловушек. Прекрасно, как мне это нравится на самом деле. Мне кажется, все уже заметили. Зубатая скотина. Иди сюда. На, срака, я тебя завалю! А я знаю то, что если завалить акулу, то я могу получить трофей. Акулину башку. Но я эту Анжелку 100% правильно поздно завалю. Она заколебала меня. Я как бы все понимаю. Любовь любовью, но меру нужно знать. И сколько раз в день кусать, тоже нужно знать меру. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Ребят! Давайте спрячемся, давайте спрячемся. Нужно спрятаться под лестницей. Чё это такое? Я первый раз такое вижу, мне страшно. Гром, молния, буря! Твою мать! Вроде еще никогда в нашем вот этом сезоне выживания на плоту не было бури, не было дождя. Что-то странное происходит. А вдруг тут где-то еще и кракен есть? Или мегалодон? Кто знает, кто такой мегалодон, напишите в комментариях. Кто знает, тот умный. Кто не знает, напишите в гугле, узнайте. И также напишите в комментариях, и потом, ну я умный, я знаю. Воу! Она как бы, эта фигня еще больше, больше и больше разгоняется. Успокойтесь, пожалуйста, месье! Месье Буря, успокойтесь, пожалуйста, я ничего... Там... Капитан Барбоса! Вижу сушу! Настроить паруса на запада-север, северо-запад! Нужно пережить вот эту ночь, нужно пережить вот эту бурю, потому что жесть какая-то. А я захаваю селедочку, прекрасно. А мне очень нравится, как факел и как костер может гореть, тогда... как сутулая матушку твою, как ты меня заколебала! А, да, еще... Я обожаю ее. Я ее просто. А-а-а! Куда? Сюда, 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 сюда. Я могу. Разовый якорь. Я разовый якорь. Опа, опа, и бросаем туда. Все! Капитан Барбоса! Я тут переночую. Хоть уже и светает, как бы. Ни хрена себе моим просто плотом шатает. Это что такое? Я смогу добросить туда, до этой бочки. Ладно, навстречу приключениям и акулиным зубам в заднице моей. Пошла в сраку. Так, я за бочку мать продам. Шучу. Какую? Ничего я не буду продавать. Ху! Все, я, мам, я тебя люблю, спасибо большое за бочку. Капитан Барбоса! Переночуем вот тут, на этом острове. Хотя, какие переночуем? Дайте мне манго, дайте мне пальмовые листья, дайте мне доски, дайте мне все. Я мародер еще тот. Бедный остров, а пришел на остров, сразу все себе забрал. Ну, а кому еще? А кому еще, если тут никого спокон веков не было? Кому еще, если не мне? Ананасик. Что тут еще есть? А я могу туда забраться еще выше? Оп, оп. Опа, нифига себе смог. Я, наверное, захаваю вот этот арбузик. Нет, я, наверное, захаваю вот эту селедочку, чтобы у меня больше места было в инвентаре. И захаваю еще вот это манго. Вот, прекрасно. Так, что у меня тут есть? Давайте, доски, да.
мне все нужно. Я сейчас настрою себе плод своей мечты, а потом, когда найду нормальную сушу, найду выживших, доплыву куда-то. Я это все буду продавать. И буду книги писать. Приеду и напишу. 365-дневное выживание Эдисона в открытом океане. Миллиард экземпляров и миллиард продаж просто обеспечено. Что у нас тут есть? Стекло! А что можно стекла изучить? Мне очень на самом деле интересно. У меня тут еще и болт. Прекрасно. Изучить стекло. Улучшенный опреснитель. Может очищать несколько чашек воды за раз, не нуждается в топливе. То есть вот эту фигню я уже смогу выбросить. И могу нормально водичку себе делать. Сразу несколько чашек за раз. Анжела! А? Собака! Матушку твою за ногу! Ты вообще знаешь, что я мать твою сожрал? Две недели назад! Ты думаешь, ты первая акула, которая мне тут встречается в этом открытом океане? Я таких, как ты, каждый день на зуб свой наматываю! Да даже когда я не был тут в океане, я когда нормальной жизнью жил, я каждый день таких собак сутулых, как ты, жрал. Смотри, как это делается, дрянь. Ты где? Ты где? А ты где? Ты ж тут была, я ж тебя видел, я хотел тебе пырнуть. Но ж печень никто не вечен. Иди сюда. Она сдохла! Твою мать! Голова акулы! Наушники упали. Анжелка сдохла! Чё делать? Я не хотел этого! Ставь лайкусик, чтобы вышла следующая серия, и мы узнали, что же произошло с Анжелой. И как Эдисон справится с этой утратой. Мы это узнаем в следующей серии.